Всем привет, ребят, с вами это я, Экстрой Экстрим, и сегодня мы с вами поиграем в игру Рек Рум, да, и мы продолжаем снимать Рек Рум. Игра называется Рек Рум, и тут я буду играть в детский сад, да. Это, конечно, относится к МНАФу, но детский сад в другом смысле, я хотел объяснить, это... Ну, чисто детский сад. Просто чисто детский сад. Я зашел туда, чтобы чисто детский сад. Вот так вот. Ага. Короче, давайте погнали играть за кого угодно. Но я сейчас хочу скатиться. Сейчас мы скатимся вообще. Полетели мы. Вот. Сейчас это детский сад в моем расположении. Никого нету. Вообще будет очень круто. Я все там приделаю. И да, мы пойдем в детский садик. Да. Я еще сдержу, сделаю так, чтобы побег со школы в Рекруме обязательно это сделаю, наверное, да, потому что, не знаю, как-то хочется сделать. Смотрите, что башенка разломана. Ой, ладно. А, вот, все. Смотрите, башенка такой был. Смотрите, вот такие. Бац. Бац. Бам! Вот это и... Хорошо. Вот, сделал прям это. Комбат сделал. Комбат. Так, мы можем тут выбрать Грегори. Ну, это мне не нужно. Я могу тут полетать по карте, но это тоже не нужно. Мне нужно только тут побег. И все, смотрите. Что тут есть? Обязательно на ту вышку пойдем, там мини-игра будет. Очень веселая, конечно, не очень веселая, но очень криповая. Ну, вы сами все узнаете потом. Генератор тут включен, смотрите, он тут включен. Генератор тут есть. Прям вообще как в оригинальной игре, только это просто перенесло в ретро. Так, слайд. Блин, обидно, анимации нету. Блин, я думала... А, тем более, я смотрите. А, нет. Хелпик. Хелпик. Да. Мы узнали тут. Тут еще есть куколки, наверное. Давайте посмотрим еще куколки. Какие-нибудь. Ну, башенка это тоже относится к этому. Так, ладно. Давайте сейчас пойдем мы к самой теме. Давайте сейчас я все покажу. Смотрите. Сейчас мы сделаем. Давайте переключимся от третьего лица. Ну, как-то так. Я летаю. Ё-моё. Стоп. Давайте сейчас куда-нибудь на какую-нибудь вот сюда, вот на крышу заберемся. На крышу здания. Давайте. И бабам. Вот. Трос. Смотрите, трос. Я трос сломал. Трос. Ё-моё. Смотрите, видели трос там был? Я с троса упал. Бабах. Блин, вообще круто. Я также еще могу тут свет выключить. Давайте сейчас я выключу. Это сделаю. Так вот. Я могу вот так сделать. Так, все. Так, давайте чуть-чуть покажу, чтобы YouTube как бы сам пропустил. А то темно. И глаза будет темно. Я тут могу охранником. Короче, весь детский сад на мне расположен. Вот, все мы делаем. Да. В принципе, тут еще есть стульчики. Можем вот так вот сесть. Но это, в принципе, уже другое дело. В принципе, давайте сейчас пойдем вот в ту башню. Переносимся в мини-игру с вот это вот самого в мини-игру пойдем. Баламбоя, мир Баламбой там. Сейчас...
торчит труба. По трубе скатился я. Бац, бац, бац. Ага. Еще мы можем за предел вот сюда вылететь. А вы в оригинале. За предел. Так вот сделаем сюда. Куда не угодно мы сможем зайти. Тут еще где-то магазин должен быть, но ладно, видимо, что-то он так не добавил. Но и так он все равно, он хорошо постарался. Боже. Ладно. Короче, я еще буду вот так это делать. Так. Писать на него и так. Ладно, ребятки, я буду валить из этого детского сада. Ну, смотрите.